И всем здорово, ребятушки. В общем, сегодня мы приступаем к крафту этих новых майнеров. Надеюсь, у вас там ожидалка не отпала, потому что прошло много дней. И я решил скрафтить. Значит, так. Это все мы пропускаем. Вот, начал эти с желтеньких. Как видите, накупил я достаточно. Ну, осталось нам докупить 30 чипов Т2 и 60 фанов Т2. Ну, здесь по-любому что-то не хватит, потому что детальки вот на эти 3 стопудово хватит, а на этом может не хватить, потому что тут повторяющихся много. Ну, давайте я докуплю 30 чипов Т2 и 60 фанов Т2. И приступим. Надеюсь, нам повезет, нам что-то хорошее. Ну как повезет, я все равно их буду сплавлять. В принципе, тут пофиг на везение, если честно. Тут главное, чтобы, короче говоря, это все быстренько сделать, чтобы не затягивать видео, потому что у меня сегодня много работы. Ладно, так, купили. В общем, перезагружаем страничку. Давай. Дуплись. В общем, ну, в принципе, не знаю, если здесь попадется 8, то может быть я его и оставлю. А так все это я, естественно, сплавлю. Давайте крафтим. Сейчас у меня, напоминаю, осталось, было 14,5 блоков, стало 12,8. В общем, я потратил на детальки не так уж и много, короче говоря, бабла. Крафтим раз, крафтим два. Так, и видите, на этот уже перестает хватать. Так, надо докупить, грубо говоря, 70 график карт. Так, 70. Graphic Cards и этих, как его, 20 чипов Т1. Так. Эта тягомотина, конечно, с покупкой, она мне не сильно нравится самому. Но для тех, кто только присоединился сюда, я думаю, вам будет полезно. Фан Т1 тоже надо, 20 штук. Так. Потом и Power Supply надо, 71 штучка. Power Supply. Ого. Много тут саплаев этих, так. И опять обновим сейчас, чтобы увидеть, точно ли всего хватает. Когда снимаешь и считаешь, это, конечно, не очень-то. Так, есть, все вроде бы хватает. Крафтим. Так, и осталось у нас, естественно, 12 small контейнеров. Вот это вот все докупить надо. Значит, идем. Small контейнеры, 12. Где он? Вот он. Благо, тут не все дорого так стоит, поэтому можно даже не смотреть на цены, а покупать там, где есть точное количество. Так, 12 есть, 60 график карт, Т1. Так, есть. Так, что у нас там еще? 9 мид-контейнеров. Мид-контейнер есть. Так, есть. И что дальше? Чип Т1-60. Есть. Так, что еще? Ой, господи.
так 15 голимых контейнеров. Где он тут? Так. И Power Supply 60 штук. Ну и сейчас приступим. Обновим это все. Надеюсь, выпадет хоть какое-то нормальное количество этих ГХСов. А это мы уже скрафтим вместе с этими тремя, я думаю, в следующей серии, потому что, ну блин, у меня, если честно, много сейчас работы. Крафтим, надеюсь, нам повезет. Это стоило $1.38. Ну и давайте перейдем в инвентарь. Посмотрим, что тут да как. Так, чутка надо. Или не надо. Так, значит, так. Это выпало у нас 6.59. Ну не знаю, 3 места всего лишь. О, подождите, 3 места 47 ватт. Вот этот я себе стопудово оставлю. По любасу. А здесь выпало, ну, это по-любому сейчас скрестим его. Сожрем, так сказать. Ну вот это вот меня радует. В принципе, можно будет еще один такой скрафтить, если попадется меньше. То я его удалю, а если больше, то значит этот просто удалю. Ну как удалю, сделаю вот это вот, как это называется, ресайкл, не ресайкл, а этот, как его, конверт to card. Потому что ресайкл — это отдадут эти токены, за которые мы можем попытать счастье. Ну в общем, давайте посмотрим. Значит, сейчас у меня 17.81.84 моща. И давай, ой, господи, пиво лезет наружу. И давайте все это, вот этих три, сейчас займемся утилизацией, так сказать, на карты. Есть один. Так. Есть. Есть. Сейчас перезагрузим страничку. Было 17.81.8, стало 17.94.79. То есть это супер. Ну сейчас мы еще добавим вот этот, как его, майнер. Потому что мне нужно 3 места всего лишь. И 3 места, я думаю, я сейчас найду. Так, этот занимает 2 места. И этот 2 места, да? В принципе, почему бы и нет. Или можно тут, сколько он, 1.5, и здесь 1.2, это получается где-то 2.5 ГХС. Ну и в принципе, наверное, да, больше нечего мне отсюда выкидывать будет. Лучше вот этих два маленьких выкину, он эквипнем. Раз. Надеюсь, теперь нам хватит электричества. Так. In use, in inventory. Этот эквипнем. Так, 17.91. Эквип. Есть, хватило места. 1802. О, это нормально, короче. Повысили себе статку. Этот кал я, наверное, переработаю. Посмотрим, сколько у меня будет этих ресайклов. Так, это дадут 13 всего лишь, а за этот, наверное, короче, еще с шансом. Ну, зато риф токен дадут. Подождите, в принципе, может, это и есть какой-то смысл в этом. И аж один ресайкл токен дадут. Ну, вот то, что дадут риф токен, в принципе, риф токен нормально стоит. Просто продавать этот, не знаю, ребята. Короче, я пока подумаю, не знаю, что с ним делать, но этот я точно переработаю. Все, видите.
А этот я, наверное, на продажу все-таки тыкну. Посмотрим, сколько оно стоит. Потому что там процент не 100%, так сказать, а 50% получить можно этот рифтокен. Лучше его продать какому-то бедняжке и получить хоть какие-то центики за это. Ну и в принципе я доволен. Мы нормально так поднялись. Сколько тут у меня уже? 66,35%. То есть нормально. Так что, ребята, идем, развиваемся. И в этих вот, как его, где оно там, в крафтах, на следующий раз, я думаю, мы крафтанем. Я уверен в этом, что мы его крафтанем. Еще один такой вот. Вот этот. Ну и, наверное, вот эти захватим зелененькие. Потому что, ну реально, повезло, что дало. И всего лишь 3 места, короче говоря. Вот это вот повезло вообще нормально. Так что крафтите, чего я вам желаю, чтобы так везло. Ну и всем удачи. Пока-пока. Ссылки в описании. Там лайк, коммент, подписка. И поменьше скама, друзья.